Ой, вот то, о чем я говорила. То есть вот. Зато у меня одежда комфортная. Значит, сейчас. Что мы делаем? Мы поставили собаку на стол. В первую очередь мы освобождаем себе руки. Да, потому что если мы будем держать как-то ринговку, мы не сможем. Ну, то есть вот как-то руки у нас заняты. Да? Поэтому либо сюда, просто сюда кидаем, да? Вот. Либо вешаем себе на шею. Как тебе удобнее? Просто если ринговочки короткие, они реально вот совсем что попало. Я обычно себе на шею вешаю. Эксперт просит показать зуб. Показываем зубы буквально двумя пальчиками. Да? То есть мы не закрываем собаке глаза, мы не закрываем собаке мочку носа, мы не отрываем мочку носа и не вжимаем все ей десны. Двумя пальчиками. Здесь и здесь. Все. Судит англичанка. Вот. И Олег, тебе тоже, как бы, когда судят англичане, они их вообще ничего не интересует дальше этих дальше резцов. Причем они они лояльно относятся к прямому прикусу. Нас судить тихо, нас судить будет англичанка, поэтому мы покажем ей просто только прикус. Ну, попросит дальние зубы, значит, покажем. Значит, старайтесь вот так не наклоняться. Вы там ничего нового не увидите в зубах, но обзор закроете. Понятно, да, стоите таким. А вот у моей собаки зубы есть, буквально вот с таким видом. Смотрите с вами, у моей собаки есть зубы. Вот, еще раз, не наклоняемся. Так, показали зубы, значит, дальше, как правило, эксперт, ну, начинает собаку щупать. Когда эксперт собаку щупает, если вот пока он смотрит голову, да, мы не даем собаке никаких кусков. Это выглядит ужасно, когда эксперт смотрит голову, там, ну, как бы вот постав ушей, разрез постав там глаз, еще соотношение длины черепа и черепно-лицевой части. В это время собака жрать, это ужасно. Кусок дадите тогда, когда эксперт уйдет с головы, то есть он, когда он начнет дверь щупать, ну, все, что дальше головы, да. Вот, тогда вы можете своей собаке сказать, если она хорошо стоит без куска, вы ей говорите, молодец, что без куска ходите. Если вы видите, что он что-то, может быть, собака или нервничает, или еще что-то, ну, как бы вы ее, ну, давай пожмем кусок. Раз ты нервничаешь, не нервничай, мы тебе дадим кусок. Вот, в это время там эксперт что-то там щупает. Вот, после этого, как правило, не обязательно, но как правило, эксперт отходит для того, чтобы оценить общее впечатление от собаки. Мы смотрим. Сейчас нам пока в помощь зеркало, но на выставке зеркала не будет. Мы быстренько, без суеты, но быстро, мы ставим собаку в выставочную стойку. Да? Напомню. Руками все это ставится, естественно, на столе свободная стойка практически невозможна. Вот, напомню, как у нас начинается баланс и выправление стойки, начинается с фронта. Сначала головочку зафиксировали, что тихая, чтобы собака не болталась. Затем оценили, что у нас там с передними лапками. У него, в принципе, все хорошо, исправлять нечего. Вот. Дальше смотрим задние, да? Ну, хорошо, вот как-то немножечко вот так. Не надо ко мне приваливаться. Вот. Да, то есть немножечко отставили вот здесь. Все, больше я ничего не стала бы трогать. И затем мы вытаскиваем из собаки уши. Допустим, и отошли. Старайтесь отойти, да, чтобы собаке фоном не быть. Немножко отставил сейчас, ну, немножко под себя подставил руку, да, выставочную. Ну, может быть, я ее поправила бы. А может быть, не стала бы. Не критично, в принципе. Фронт мы поправляем только вот здесь, вот плечо-лопаточное сочленение, вот косточка у нас здесь торчит, одна, другая, не вот здесь, не вот так. Вы гарантированно не поставите хорошо. Здесь очень хорошо собака рулится, сюда, далее поправили. Все. Отлично поставили, лапки параллельно между собой, перпендикулярно столу, достали из собаки уши. Молодец. Так, Кать, давай теперь сама попробуй. Эксперт приглашает тебя на стол.